своим трудом вы приумножаете успехи страны, продолжаете традиции единства, миролюбия, добрососедства. Вашими победами написана 80-летняя история Саратовской области. И сегодня на наших глазах создаются ее новые страницы. Год хлебороба, рекордный урожай 4 миллиона тонн зерна, поддержаны Вячеславом Володиным культурные, спортивные, социальные проекты в Вольске, Балаколе, Хвалынске, Озинках, Дергачах. Масштабные преобразования в областном центре. Они меняют не только облик города, но и наше отношение к нему. Мы на практике осознали, что Саратов – наш общий дом, и мы за него в ответе. А открытие новой пешеходной зоны, куда все вместе мы сейчас пойдем, станет народным праздником, символом единения усилий власти, граждан, людей труда, всех нас. Своей сплоченностью, взаимовыручкой мы доказали, что даже самые смелые мечты сбываются, что успех сопутствует тем, кто думает о людях, работает для людей и с людьми. Спасибо вам за поддержку. День народного единства, она символизирует преемственность традиций, истоки которых в героическом прошлом России. С праздником, уважаемые земляки! С праздником, Саратовская область! Ура! Днем народного единства. Этот день уже давно стал символом гражданского единения, символом истинного патриотизма и духовного согласия всех народов и наций, проживающих в нашей стране. В этот день, на этой площади, мы с вами в очередной раз собрались в знак памяти подвига нашего народа, который произошел 400 лет назад. Мы чтим и помним гражданскую солидарность. На этом строится наша российская государственность. Мы все знаем, что символы единения – это стремление каждого из нас подать руку помощи в трудную минуту. Так было всегда. Так мы поступили, поддержав народ Крыма и Севастополя. Задача каждого из нас – передать единение, чувство патриотизма, преданности своей родине, будущим поколениям. Это фундамент настоящего, сильного государства, свободного и независимого, которым является наша страна, которым вы делаете его. Дорогие друзья, соотечественники, я хочу пожелать в этот день вам добра, мира и успехов во всех делах на благо нашей Родины и на благо нашей Саратовской области. Слава России! Слава Саратовской области! С праздником!